Гавриловых ожидается пополнение. Молодые Наталья и Валерий ждут первенца. Специалиста, который будет сопровождать будущих родителей на всех этапах беременности, пара выбирала тщательно. В поликлинике комплексного подхода к здоровью матери и ребенка «Мама и малыш» нашли квалифицированного врача. Теперь, говорят супруги, переживать один из самых важных этапов в жизни не так волнительно. Врачи выполняют свои обязанности очень квалифицированно. По сравнению с вторым здесь намного комфортнее себя чувствуешь. Очень удобно. То есть даже вы как мужчина это заметили, да? Да, я сам здесь первый раз вообще, в принципе, первый раз посещаю такие заведения, да, мне очень понравилось. В поликлинике «Мама и малыш» беременная женщина проходит обследование с момента постановки на учет. На ранних сроках доктора проводят диагностику пороков развития и хромосомных аномалий плода. В случае выявления патологии пациентку направляют на лечение в дневной стационар. Мы оказываем помощь во время беременности в условиях дневного стационара. Женщинам, которой необходимо терапию проводить до 22 недель, а также введение антирезусного иммуноглобулина у резус-отрицательных женщин, а также другие манипуляции, потому что мы обслуживаем женщин, которые хотели бы быть очень мамами. У нас на поверку беременности еще есть женщины, которые не имеют возможности наступления самостоятельной беременности. Это женщины с бесплодием, которым мы также оказываем помощь в условиях дневного стационара. В одну смену в стационаре могут проходить лечение сразу 11 пациенток. Под наблюдением врачей поликлиники «Мама и малыш» женщины находятся и после родов на протяжении первого года жизни ребенка. За здоровьем и правильным развитием следят неонатолог, невролог, офтальмолог, диетолог и другие узкопрофильные специалисты. Хорошо, что врачи сюда приезжают, потому что здесь, ну, вроде как слышно, будет современное оборудование новое. Вот. И хочется, конечно, наблюдаться здесь, потому что здесь и близко, и комфортно, уютно, чисто. Поликлиника «Мама и малыш» обеспечена новейшим медицинским оборудованием, аппаратами ЭКГ, УЗИ, КТГ, кольпоскопами и кардиомониторами. Благодаря современному оснащению врачам удается не только выявлять имеющиеся патологии у рожениц на ранних стадиях, но и быстро и качественно лечить заболевания. На сегодняшний день поликлиника первая в своем роде. Аналогов в Подмосковье нет. Мы давно ждали новые здания, и женщины ждали, и медицинские работники, хороших условий пребывания, хороших светлых кабинетов, новое оборудование. Но мы пошли чуть дальше, чем это просто женская консультация. Все бесплатно, абсолютно бесплатно. Мы рады нашим женщинам, мы их любим. Вот, и делаем все, чтобы и женщины, и малыши были здоровы. Поликлинику «Мама и малыш» в Химках посетил глава городского округа Дмитрий Волошин, ознакомился с работой медучреждения и побеседовал с персоналом. Кто может здесь воспользоваться нашими услугами? Любой человек. Состоящий на медучете, да? Да, состоящий на учете в женской консультации. Угу. То есть этот человек может... А кто может состоять на учете? Тоже любой человек, просто прийти и заявиться. Просто приходит девушка, женщина, да. Говорит, я беременна, и да. Становится на учет. Вне зависимости от гражданства. Это очень важно. Да. То есть мы помогаем всем абсолютно, я правильно понимаю? Да. По мнению главы, поликлиника нового формата в Химках по уровню не уступает даже столичным медучреждениям подобного типа. Открытие инновационного центра для заботы о здоровье мамы и малыша – еще один важный шаг в развитии здравоохранения городского округа. За последние 5 лет в Химках было открыто 6 новых объектов здравоохранения. Детская амбулатория, стоматология, детские и взрослые поликлиники. Но этого недостаточно. Нужно строить поликлиники, больницы, привлекать специалистов, создавать для них все условия, чтобы они оставались работать в наших микрорайонах. По словам специалистов, в Химках необходимо создать все условия, чтобы каждый житель городского округа мог получить качественное медицинское обслуживание.